Мальчик идет по лесу, возвращается с поздней встречи. Она была очень неудачной. Ему сказали, что все это пирамида, и он был безумно подавлен. На пути у него был парк. И подходя, он почувствовал животный страх. Несмотря на то, что это был июль, подул пронзающий холодный ветер. Жуткий спазм сжал его горло. Появилась неконтролируемая дрожь коленей. И вдруг вдруг погасли все фонари. Остался последний, мигающий и скрипящий внутри фонарь. Наш герой прошиб холод. Он стал понимать, что не может сделать ни одного шага. А в голове сначала: «Беги! Беги отсюда!» Ноги не слушались его. Вдруг он услышал томное дыхание за спиной. И кто-то положил ему руку за плечо. Подпишись! И поставь лайк!